А на кого ты работаешь? Я делаю мобильные игры. Работаю арт-директором. Арт-директор гордо звучит. Мобильный, в смысле, это для телефонов? Да, iPhone, Android. Это какая-то компания российская или... Ну, вообще в России много компаний, которые занимаются разработкой мобильных игр. Просто я сейчас заметил, что по всем городам сидят какие-то вот люди, молодые вроде тебя, и так, не пользуясь никакими посредниками, сидят и рисуют себе, выкладывают на мировые площадки, получают заказы... Это фантастическая ситуация на самом деле, потому что, как ты понимаешь, для художников предыдущих поколений такого не могло быть. Ну, сейчас еще очень крутая тема с этим, с Инстаграмом. Он изменил жизнь многих художников. То есть многие находят именно себе и публику, и аудиторию через Инстаграм. Вот так. Погоди, да. сколько тебе лет, скажи, пожалуйста? 30. 30. То есть ты не занимался маслом, гуашью... Нет, я самоучка. Не, ну просто ты сразу стал работать на компе. Откуда ты берешь свои, будем так высокопарно говорить, образы? Ну, не знаю, из головы. Из головы или из того, что ты уже раньше видел? Все, что как бы обретает форму, оно не может как бы обретать форму само по себе. Она, любая форма основана на опыте. Тот материал, который я уже видел, плюс материал, который, там, не знаю, мое бессознательное генерирует, и все вместе это все переплетается. Какой-то один процесс. А когда ты смотришь других художников, это потом тебе не мешает? Ну, сейчас я стараюсь не смотреть других художников. Ага. А что ты смотришь из старых художников, чтобы понять, откуда что взялось, там, стили? Ну, я смотрю просто живопись. Я подписан на кучу всяких пабликов. Сейчас я стал даже увлекаться немножко современным искусством. Современным русским или современным западным? Западным в основном. Ну как, я просто изучаю рынок, смотрю... Как он работает? Мне интересна живопись, мне интересно продвижение живописи. Я думаю, что все-таки в финале я приду именно к какому-то файн-арту, традиционной живописи. Как творчество, цифровая живопись, я считаю, что у него есть потенциал. Я вот сейчас думаю, как это все продавать более интересным способом, нежели через компьютерные игры. И мне не так важно, чтобы... продавать это все за миллионы долларов, мне важно, чтобы делать картины, которые нравились людям, и которые бы взрывали им мозг. А это твой основной заработок или единственный? Ну, у меня еще бывают всякие фриланс, книги, листы, обложки для книг. А что за издательство? Эксмо, по-моему. А, ну, большое издательство. Я работал в Нарейте, мы делали интерактивные книги для айпадов. То есть там было именно продвижение как интерактивных визуальных новелл. О, это круто, наверное. И там со мной работало много людей из Эксмо, которые туда уволились и пошли этим заниматься. А какую ты музыку слушаешь? Я слушаю почти все. Так. В основном что-то такое хардкорное, типа металл,
с гитарами. Так. Ну, еще Beach House слушаю, классическую музыку слушаю. То есть у меня плейлист очень большой и разнообразный. А как насчет дрон-металла? Ну, это я не знаю, что такое. О, я тебе пришлю. А это ты слушаешь просто для фона или ты как-то черпаешь что-то в этом? Ну, я черпаю, бывает, вдохновение в музыке. Образы. Да-да-да. Я вот, например... Там в прошлом году пошел на тренировку, слушал группу Powerwolf, и там была песня Heart of the Night, и я придумал целый проект и решил сделать серию иллюстраций под него. А ты в музеи какие-нибудь ходишь там? Передвижники, бла-бла-бла. Ну, я в основном хожу в Эрмитаж, в главный штаб, в Русский музей. А слушай, у вас там в Питере тоже много же ребят работает всяких? У нас Питер и Москва основные два города. В них вся индустрия сосредоточена, тут больше всего художников. Я думаю, что ты после захода в старые материалы вернешься к цифре или все это потом смешаешь? Именно смысл в том, что если мне будет комфортно самовыражаться через масло, оно меня не будет никак ограничивать, и мне будет прям приятно рисовать, я буду рисовать маслом. Что бы тебе хотелось показать? Ну, я думаю, что у меня будет какая-то серия работ, связанных с мифологией, с чем-то таким, но надо их нарисовать. Ну, да, всего-навсего сесть и нарисовать. Да, я пытаюсь выработать технику, но тем не менее мне нравится рисовать именно реалистичных людей. Тебе не кажется, что тебе придется ходить на там анатомические курсы? Ну, я хожу. С рисованием, с моделями, да? Да. А это в Питере доступно для людей, да? Да, вполне. У меня есть очень хороший преподаватель с этой из Академии художеств. То есть, что значит культурный город? Да. Академия художеств — это самый престижный вид, этот вуз в стране. По изобразительному искусству. Хорошо, спасибо тебе за разговор. Очень рад был познакомиться и посмотреть в глаза. Одно дело картинки, другое дело живой человек. Спасибо тебе, спокойной ночи. Прости, что так поздно.